В физкультурном комплексе «Спартак» провели турнир по баскетболу 3 на 3. За призовые места соревновались воспитанники комплексных спортивных школ Олимпийского резерва и баскетбольных клубов Московской области. За игрой наблюдали и мы. Соревнования проходили под эгидой Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». Турнир набирает популярность. И в этом году участвовали уже более 350 человек. Вовлекаем детей в спорт, чтобы дети играли, им нравилось, получали удовольствие. У нас много чемпионатов, много турниров. Дети участвуют на разных уровнях. То есть под всех детей мы стараемся подобрать свой уровень, чтобы всем было интересно играть и был азарт. Он мне подарил удовольствие. Я очень рад, что смог на него приехать и смог поиграть. Баскетбол меня научил тем, что я нашел своих друзей, и мы со всеми стали командой. И таких сплоченных команд сегодня было 80. В каждой, согласно правилам стритбола, по 3 участника. Вместе с родителями спортсменов за игрой наблюдал Алексей Бабушкин. С 2011 по 2014 год баскетболист играл за люберецкий клуб «Триумф». Сегодня за красноярский «Енисей», выступающий в единой лиге ВТБ. Приехал с дочкой посмотреть на турнир, который здесь проводится. Я посмотрел несколько игр, и мне понравилось, как бы для ихнего возраста, насколько у них оснащенность и владение мячом, скажем так. Так что работа очень хорошая проводится с молодыми ребятами. Один совет – нужно тренироваться и слушать тренера, что он говорит. Тренер плохого не посоветует. За первое место ребята боролись, не жалея сил. В упорном бою среди спортсменов 2012-2013 годов рождения в финал вырвались команды из Дзержинского и Ногинска. Мне очень понравилось играть в стритбол. Я очень доволен, что мы поехали именно в Люберцы. Мы одержали победу, первое место выиграли. Всей командой. Мы очень довольны. Победителем турнира стала команда из Ногинска. Второе и третье места завоевали воспитанники спортивной школы «Орбита» из городского округа Дзержинский. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.